Очень добрые ребята. Ну вот заключительная часть. Сейчас пройдемся еще по этому ряду. Рынок очень большой. Довольно-таки большой. В общем, пойдемте. Пойдемте гулять. Пойдемте наблюдать, что есть у нас в продаже на рынке в городе Пятигорске. Так, сейчас вот отсюда бы. Вот, человек даже вот телефончик, чтобы не спрашивать. Вот. Кому интересно, вот такие вот голуби, головатый, чи, белые, в основном чили. Вот такие вот голуби. Так что, опять же, телефончик. Все, с Кисловодска и Пятигорск. Так, дальше. Вот такие. Адрес могу дать. Желательно телефончик бы люди бы. Адрес я могу дать. Вот есть Сунтуки. Есть Сунтуки. Ага. Дача. 10-й, 5-й проезд, 10-й дом. Ага. И почем такие ваши? Ну там договоримся. И две, и полторы, и вот, штука. Понятно. Ну, мне только вот. Да, что дома делать? Чисто северокавказский, да. Чисто северокавказский. Понятно. Есть, пожалуйста, кто хочет. Вот есть еще лишние остались. Одни голубки. Сейчас наоборот, голубок больше ищут, чем голубов. Да? Ну, весна идет, ну, вот, и все ищут голубок. Так. Широкохвостые. Один он как сизамуры, серые чили, белые широкохвостые, белые, крупные, большие. По-моему, с Невиномыска, я спрашивал по клетке, как бы ориентируюсь. Куры. Так, узбеки. Узбеки. И почем такие? От 2 до 20 рублей. От 2 до 20 тысяч. Но это уже как вот выставочные идут. Носы вот перебитые, короткие. Это толстоносы. Да. До 20 тысяч. Бухарские. А бухарские почем? Бухарские 5 пара. 5 тысяч пара. Пара бухарских. Такие вот. Это по рублю. Ровно неделю назад. А капканы? Капканы 6 пара. 6 тысяч пара. Не знаю. Какие? Так. А телефончик не хочешь оставить? 8-962-412-62-42. Угу. Мирали. Спасибо. Да, он пишет видео. Так, ну, в общем, как-то так. Северокавказские желтохвостые, чернохвостые, плечистые, желтохвостые. Так. Такие вот сизые, малоносые. И почем такие сизые? Сизые? 2000 голова. Так. Пока еще ищете, интересно, просто с дома забирают. Так, тибриз. А тибризы это чьи? Мои.
А еще есть? Нет, три штуки уже осталось. Ты куда пошел? А телефончик не хотите оставить? А вы продиктуйте мне там. А, человек ищет очень. 8-988-861-61-13. Понятно. Кого спросить? Родион. Родион. В общем, кроме троих больше нету, да? Город Пикалево. Ну, еще белая самка есть, просто мы ее не смогли поймать. Понятно. Вот сейчас люди ищут тибризов почему-то, не знаю. Есть любители. Так. А это что на какой? Мрамор. А эти почем? Эти разные. Ну вот эти по 1000. Эти по 1000, а так были и дороже, и по 3. А тибризы я забыл спросить, почем? Эти по 1000. По 1000. Ой, мрамор. И вот и такие вот. Есть такие. Они, но это не мои. Так, сейчас вот здесь этих покажу еще. У них короткие. Чили, черные, широкохвостые, все по 1000. Они уже рублей. Акбаш. Опа! Акбаши всякие вот разные. Красные, черные, сизые. А они почем? Они от 2 до 3. От 2 до 3. Понятно. Так что, ребята, звоните вот Родиону, интересуйтесь. И по поводу тибризов. Ну, в общем, 4 штуки. Голубка, говорит, дома осталась, не поймал. Шейка вон. Это так. Еще чужие. Дай какого голубя. Так, вот такие ребята. Вот они. Красавчики. Красавчики. Пара чилей, пара красных, чубатых. А почем такие красные? 1000 рублей голова. А мрамор? 500 лучше наших воевать. Понятно. А плечистые? Как я сказал, шею. Голова? Сам поймал, сам подложил, все припривил. И потом где-то... Красивые. Через... Вот они малоносые такие. Что-то, кстати, ты чумной какой-то. Так. Ищу еще, хожу. Здесь хвостатая птица. Хвостатая. Ну что ты, мужик, звонит, ты чё, мне? Сейчас во вторник, среду попаду в город. Пара. Да, 102. Пара без чубок. Да, завтра уже за подошком. Да. Вот они. Целая банда буденовские. Сизые. Вот они. С лапой. Так, как бы показать. Ну, в общем, вот клетка низкая, к сожалению. Вот здесь белые северокавказские, мощные, здоровые. Так, а вот он телефон хозяина. А вот он телефон хозяина, так что цены вот такие вот. Да там видно, я думаю, позвонят. А клетки. Почем белые такие ваши? Полторы. Полторы голова. А буденовские почем? По рублю. Так. Продаются клетки. Не, ну телефончик я показал. Молодец. Так. Все. Кролики. Такие здоровые великаны. Так. А собачек давай сделаем. Какие? Продай собачек. Продать? Это эти? Маска? Как их? Не, это не маска. А как называется порода? Да, человек там занимается. Утята. Какие-то.
охотничьи, я не разбираюсь. Плечистые, северокавказские, вот они. Тоже лысые, мрамор. 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 Красный. Готовы. Такой вольер на земле. Закрыты сверху. Широкохвостые. И почем ваша птица? От рубля. От рубля. Все широкохвостые, да? Все широкохвостые. А что-нибудь гоняете? Гоняю. Жену подумай. Такие мрамор. Есть такие цвета какие-то своеобразные. А телефончик не хотите оставить? 962-2045-145. Ага. Спасибо. Так, вот они. Крупные, здоровые, длинные. Кому нравится. Чили. Чили мне нравится больше всего. Так. Армавиры. Армавиры. Армавиры шоколадные. Хозяин позвонили и пошел по телефону разговаривать. Так. Американцы. Американцы. Пара молодых чилей будет, черные рябоголовые. Остальные уже все клетки, видимо, проданы. Такла остался. Головаты. Остался. Вот такие. Мрамор, белый, перка. Сизы. Добрый. Добрый. Белый мрамор. Ого, здорово, а. Как почитать? А почем такие? Почем мрамор такой? 500 рублей. Так. Здесь. 700. 700? Как дела? Ничего, пойдет. Вот, белые, да? Благодарненские. А почем ваши благодарности? 700. 700 рублей голова. Редкость белые. А телефончик не хотите оставить? Может, позвонят? Вам? Ну вот. Люди, может быть, кто-то посмотрит видео, позвонят, приедут, заберут. Сказать телефон? Да. 8-962-434-3157. У вас только белые благодарности? Ну, в принципе, да, остались только белые. Уже красный, желтый вот поставки. Вот такие. Так, ладно. Здесь тоже вот мрамор. Всякие разные. Все. Кур я уже снимать, наверное, не буду. Тут разные вон петушки, куры, цесарки. Цесарки. О, привет, тебе. Привет, привет. Почтовые. Что ты сегодня запоздал? Я начал, не знаю, как бы. С 8 снимать рынок большой. Да. Сегодня очень большой рынок. Вот такие вот ребята. Цена договорная, да? Да. Так, все. Поехали дальше. Телефончик, если надо, я кому я дам. Этих голубей я завозил к себе домой. Ну давайте. Так. Удачи вам. Тоже белые. Опа. Белые шейки. Шейка тут один. Пёры северокавказские.
Вот этого сними, вот этого. Плечистого? А? И что такое плечистый стоит? Три. Это три. А остальное, говорит, все дешевое. Бинокли продаются. Все понемножку. Так, вот. Тоже тут шейки. Шейка, желтошейка. Так, хозяев нету. А где в нем есть место? О, я даже не знаю, нет. В Александровском есть, сегодня есть, а вот в Димном я не знаю. А там еще какая-то Александровская, там недалеко. Кто там, какая еще выставка? Ну, здесь больше я не знаю по Ставрополю. Вот Буденновский, вот в Александровской, вот здесь, а больше я не знаю. В Невинномысске, ну там рынок, там не знаю, насколько он большой. Маленький. Ну, а так, вот самый большой это вот Пятигорск. Ну, в Буденновске тоже. В Кропоткине, ну сейчас уже я пока не ездию. В Кропоткине на следующей неделе будет. Я знаю. А в Курганинске? А Курганинск пока неизвестно. Это будет последнее воскресенье апреля. Нет, это не очень известно. Да, всего два раза. В апреле и в октябре. Ну, разрешат или нет, я сейчас пока не знаю. А в Армавире нет? В Армавире рынок есть вроде бы. Я смотрю твои эти съемки. Понятно. Так. Такие очереди. Чили красивые. Тут машина выруливает. Сейчас и меня этот. На меня наедет. Так, надо соскакивать. Надо соскакивать. Так, головные уборы. Что только нету. Что только нету. Тапочки. Все что угодно. Так. Вот вольер с николаевскими. Даже у нас такой вольер есть. Вот. Не успею я за ними тут наблюдать, как они перелетают. Черт его знает, он здоровый белохвостый такой бабай. Сейчас вот отсюда потихонечку отойду. Вот так вот. Не знаю, как они. Макрыла я не разбираюсь. Торцовые, замашные или бабочка. Бабочка вот. И почем? Вот такие вот. По 100 рублей, говорит. Всякие разные. Есть масти. Всякие. Как чили, такие красивые. Белохвостые красивые. Вот сизы. В общем, как-то так. Так. Здесь. Черный. Черный. Вот они. Капканы. Американцы. А американцы почем? По 100 рублей. По 100 рублей. А телефончик не хотите оставить? Кто-то ищет их. Да, ну, продают. А, понятно. Петро, это внимание, а. Тут до этого вот спроси телефон, там 50 штук надо. Я говорю, я не знаю. А капканы почем? По 2, 2,5 головы. Узбеки. Так, опа, я извиняюсь, опять стабилизатор что-то, вот такой пятюня с супругой. Немецкая порода, говорит. Так, ну и дальше. Здесь такие вот как чилики их называют, красноплечие, вот сиренеплечие, вот он как он
большие труси. Почем такие? Цена договорная. Это ж чилики, да? Чилики, да. Полторы пары. Просится. А телефончик не хотите оставить? Может, позвонят? Кто спрашивал? Пусть созвонятся с вами. 918-761-34-38. Сергей. У вас вот красноплечий, желтоплечий, вот сиренеплечий, да? Да, ну желтоплечий, малина, только голубка одна. Ага. Пойдемте дальше, будем потихонечку заканчивать. Белые, белые мощные лакинцы, белые, здесь такла. А почем белый ваш? 500 рублей. Такла. Такие северокавказские чубатые, лохмоногие, бесчубые, мрамор светлый. Так, здесь николаевские белые, сизые белохвостые. Вот хозяин в машине. Так. Тоже николаевские. Эти цены разные, как и голуби разные. Кто-то по 100 рублей продает, по 200, кто-то 1000 за голову корма. Корма. Мы ходим, что мы бродим. Так, ну и все, я думаю, тут уже и голубей дальше уже не будет. На этом буду сейчас потихонечку заканчивать. Тут часть. Так, заключительные. Вот. Буденовские. Почем такие буденовские? По полторы. Полторы голова, да? Да. Черные. Краснохвосты. А черные? Две пары. 2000 голова. 2000. 2000 голова? Да. Вот такие ребята. Так. А ну, Димке привет. Дима, привет. Сейчас, секунду. О. Дима, привет. Все. Так. Дальше у нас кролики. Кролики. Продукты. Продукты нет, голуби еще есть. Голуби еще есть. Добрый день, Юра. Добрый. Не закончили еще? Уже вот стараюсь. Посмотрю. Так. Хвостатые. Хвостатые, по-моему, все там один пёры. И почем такие? 250. Чернохвостые, чубатые. Чубы не очень. Чубы не очень. Вон по 100 рублей. А нет, 1000 рублей. Два широкохвост. Ну понятно. Широкохвосты 1000. Так. Зайка маленький, кролик. Ну и все, ребята, на этом буду я заканчивать эту часть. Вот здесь вон кто-то спрашивал, здесь все есть то же самое, вот и кольца, поилки, кормушки, в общем, муляжи яиц и всего остального. Так что здесь тоже все есть. Здравствуйте, Юрий. Добрый. Так, вот. Поилки. Есть вот социнковки. Любые. Любые. И насесты, и все остальное. Так что приезжайте. Все есть. Так, ребята, все. На этом буду заканчивать. Еще раз спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал. Вот, ну и комментарии оставляйте. Что-то не понравилось, что-то плохо снял. Я всю критику принимаю нормально.
Все, ребята, всем удачи, всем пока.